Всем здравствуйте, с вами Спанч Боб. И сегодня мы делаем, ответный подкаст на подкаст мистера Берсера. Ну, даже не знаю, как это назвать, но назову просто подкаст, наверное, все-таки. Потому что это нечего по-чески. Мистера Берсера мы откладим на сотенькое, а сейчас о других новостях, более главных. Ну нет, не более главных, но пока что в маленьких новостях, а потом пойдем к главной новости про Берсера. Сейчас увидите фрагмент из моего предыдущей попытки затянуть подкаст, потому что у меня затянулся этот подкаст, но у меня половину фрагментов удалилось, и поэтому это последнее, что там осталось. Ну, короче, если вам что-то интересно про мою старую часть, Донстара, помните, вы играй, и помните то, что я не смог пройти, вы сейчас все узнаете, что-то узнаете из этого фрагмента. Да, Don't Starve. Я знаю, что я давно заснял какую-то серию, но я уже заснял конец там. Я, возможно, не выложу, но скажу. Сейчас его расскажу. Короче, там бегаю, уже настала зима, я бегаю, пытаюсь найти еду, вот там пытаюсь убить. И, короче, в конце подыхаю от того, что я не смог найти еду. Поэтому, возможно, выложу, возможно, нет, но я уже рассказал вам в этой серии, что там было. Поэтому даже не знаю, что еще сказать. А сейчас ассасине мы уже сосняли карту про Ice of Space, и скоро мы будем ее выкладывать. Наверное. Я буду скоро выкладывать, у меня остались эти фрагменты. Еще плюс я хочу поговорить про Дэдпула, потому что я еще пока что не выложу StarConflict на своем канале, вы извините. Надеюсь, он скоро его выложит, но сейчас мы еще о чем-то поговорим. Например, я помню, что обещал вам пройти, что я должен был пройти Octodad, который вышел, я ждал, когда выйдет, он уже давно вышел, я уже прошел раз 50, но его так не затем, потому что у меня пока нет времени. Не то, что нет времени, я просто уже очень много проектов, Turbo Dismount, что там еще, Afterfall Insanity, я его называл в предыдущем подкасте Deadfall Insanity. Что у нас там еще есть? Дайте подумать. Dishonored, например, есть. Много еще чего другого там я прохожу. Но пока, потом, я, конечно, еще я Turbo Dismount прохожу. Поэтому сначала пройду Turbo Dismount, потом уже буду Octodad играть. Возможно. Я не знаю, я сказал все, потому что я в предыдущем подкасте вроде бы больше говорю. Точно, я же забыл сказать. Сегодня такое у меня праздничное настроение, потому что такое чувство, сейчас выглянешь за окно, и там будет снег, и тебе в рожу, в лицо точнее. Но, к сожалению, снега больше нет. Да. Поэтому Новый год ушел, Рождество ушло. И поэтому... Ничего, но все-таки хочется пить Джингл Беллс, да, поэтому что еще? Давайте перейдем к самой сладкой новости. Да, про мистера Берсера я уже вам рассказывал в моем предыдущем видео про Turbo Dismount. Я говорил то, что, у меня было очень много запинок, я никак не мог рассказать. Вот снимает Warface и Minecraft. Снимает он там еще подкаст уже заснял, на котором я делал, ответ. И там еще заснял, я помню, он сделал 3 стрима, которые получились неудачные, так сказал. Испытательные стримы. Я их посмотрел. Вот снимает Warface уже, возможно, говорю. И, мы будем с ним играть Warface такой. И что мы еще с ним будем играть, я пока еще не придумал, но даже если придумаю, нам скажут, что у него есть, мы поиграем в Майнкрафт, если что-то другое найдем, то будет прикольно, конечно, то будем только Warface и Майнкрафт снимать. Но все-таки, я думаю, мы будем что-нибудь прикольное снимать потом. Скоро Steam появится, мы там, возможно, Team Fortress будем снимать. Team Fortress это уже такая популярная игра для съемок. А что-нибудь другое будет снять нам. Подпишитесь, пожалуйста, на Берсера, у Няши, возможно, если у меня, конечно, ничего такого не сделает, если он все-таки принят. Думаю, он принял, но все-таки, кто знает, вдруг мы поиграем, ему что-то не понравится, но, в принципе, ему все нравится пока что. Я скажу, что Няша, подпишитесь на нее, пожалуйста, я
прошу вас, наверное. На Steam тоже подпишите, пожалуйста, потому что у него мало подписчиков, и я хочу, чтобы у него было 1 000 000 подписчиков. Ну, пожалуйста, подпишитесь на Ассасина и Берсера. Всем удачи, с вами был SpongeBob. Попрощайтесь, пожалуйста, с курсором. Возможно, вы не видите, возможно, увидите, но, пожалуйста, попрощайтесь с курсором тоже. Надеюсь, меня слышно. Короче, бла-бла-бла-бла-бла. С вами был SpongeBob, подписывайтесь на канал. Ссылка в описании на всех обоих. Всем пока. Да, кстати, кидать ссылку на Дэдпула я не буду, потому что забудет какая-то ссылка. Искать мой канал сейчас неохота, поэтому ладно, пока.